В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером, и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался, проразмокропогодившийся. Если понравилось это видео, не забудь поставить лайк и подписаться на канал.